краевой столицы сегодня стартовал традиционный месячник осенней санитарной очистки и благоустройства города. Это прежде всего очищение улиц, тротуаров, зеленых зон, дворов и общественных территорий. Всего у нас будет в рамках месячника проведено более 100 акций. Самые массовые это будут у нас очистка в парках Юбилейный, Изумрудный, Центральный, по проспекту Ленина, по проспекту Космонавтов, в сквере Аванесова и в многих других. Подготовку территории города к зиме проведут во всех его районах. Этим займутся волонтеры, городские предприятия и организации, студенты и школьники учебных заведений и неравнодушные жители города. А каждый четверг в городе будет проходить «Чистый четверг». Кстати, первый состоится уже на этой неделе, 3 октября. Кроме того, в рамках месячника будут проводиться работы по уборке несанкционированных свалок, по очистке берегов рек, такие как Обь, Пивоварка, Барнаулка. Кроме того, муниципальным учреждением благоустройства и озеленения в рамках месячника будет продолжена посадка деревьев. Всего будет высажено как раз сейчас в осенний период более 1500 деревьев и кустарников. Добавим, месячник осенней санитарной очистки и благоустройства будет длиться весь октябрь, а общегородской субботник запланирован на 18 октября. Юлия Щепина, «День с толком».